Всем привет! Сегодня у нас на обзоре снаряжение для владельцев гладкоствольных ружей. А именно платформа набедренная от компании ТАК-14. Ребята киевляне шьют такие прекрасные вещи из кордуры. Шьют качественно, используют качественный материал, надежные нитки. Ну и, собственно говоря, по конструктиву вещи довольно интересные. В чем особенность этой платформы? Она рассчитана на 20 патронов 12 калибра. Под заказ может изготовляться другие модификации. Это дело наживное. Крепится платформа у нас на вот эти фастексы, а точнее на вот эти лямки, которые на кнопках. То есть платформа крепится к бедру с возможностью быстрого сброса, передачи патронов там кому-нибудь в случае, если надо. Вокруг бедра крепится вот этими шлиями, тоже на фастексах, все быстро можно снять. Фурнитура качественная, ЮКК. Задняя часть выполнена из такой вот сетки, которая позволяет у нас комфортно сидеть платформе на бедре, обеспечивает вентиляцию и, скажем, никакой патрон нигде ничего у вас не давит, если бы он этой сетки не было и была просто кордура, слой. Выполнена данная платформа в мультикаме. Возможны и другие вариации. Вот. Видим логотип нашей компании. Всем рекомендую. Шьют ребята очень качественно. 20 штук у вас на бедре. Кто использует дробовики, кто использует дробовики по тактике и так далее. Довольно интересная вещь. Рука природным образом ложится на левое бедро. Легко изъять какой-либо патрон. Резинки держат плотно, но достаточно мягко, чтобы без проблем извлечь патрон и закинуть в патронник, допустим, или в магазин. Как-то так. Всем рекомендую. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся. Всем счастливо!